По фонтану, по водопаду, что ли? Да, да. Серьезно? А то прямо оттуда ты можешь на камни куда-нибудь лицом уронить. Как мешок. А теперь иди в водопад. Как бы так и получилось. Ого. Ого. Да. Паршивая серая крыса. Да. О, фонарь достала, хорошо. Только попросить сделать это. Нанул 1985. Привет. С металлоискателем покажу. А если вот туда упасть можно, да, вон там, смотри. Не знаю, проверим там... сейчас. Не хочу. Там расщелина такая, и там что-то темно. Давай не будешь падать. Ну, выглядит недружелюбно. Спасибо, Вик. В следующий раз. Когда туда не пролезть? Вот. Не хочет, там стена, да? Типа. А, туда и не надо. Вау. Это где-то здесь. Вау. Во, пошел. Все, копает. Он когда стоит над нужным местом, у него просто появляется, ну, вот подсвеченным она. Действие копать. Я как бы сам не могу копать где угодно. Кому интересно, если... Ну ничего, тут логовище можно поганое сделать. Вода какая-то странная. Кислота. Желтая какая-то. Вода. Желтая вода, которая зимой превращается в желтый снег. Ну-ка. О! Что там? Неплохо тут, я тебе скажу. Разветвлененько. Да. Профессию спелеолога надо сюда ввести. А на карте видишь там прям? А карту откроешь, увидишь на разветвление ее. Ну мы, короче, там были в холле, да? Все что ли? Угу. Сверкает. Тут. Так сверкает прям что? Ага. Говоришь. Все, да. Да. Неплохо. Прикольненько. Да. Мы там были же только что. Ну да. Что, в другую сторону? Ну, думаю, да. А, мы там тоже были, да, в ту стороне? Ну, надо возвращаться, я так понимаю, мы все обшарили. Ну, тут выход, смотри какой. А, это в пещеру, где мы выходили, да? Ну. Ну вот, я думаю, вот тут... А в щелку можно подняться, интересно? Да? Скорее всего, да. Ну, по крайней мере. Ну, мне так кажется. Ой.
О, да. Ну что, да, у меня нет. А, все, залез. Вот это да, да. А ну-ка, кинематографичную камеру включила. Так. На C английскую, да? Во. Все, что ли? Вот это вот. Вот это вся красота.